Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитаананда Самудитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопижана Самайтам Винда Ванаману Харам Ванча калпатару вашча кипасинду бебача Ватитананг павуне бхавишна бебхьо наму намаха Мукан кароти вачалан пангум ланхайтагрим Ят кипатамаханг банди парамананду мадва Бриндавай тусидеббай пьявай кешва сача Сна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта норанчайва нараттамам Девин сварасватин вясам тато жайо мудир Шанкиртане кишна катхо пудеши Гоури апатрашо бракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруну Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бетаттихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурушати Чарна Равиндам Ядпада Паллавана Качанда Мани Чатай Бисфуриджита Камипигаваду Свадарши Пурнану Рагара Сусагара Сарамурти Сарадика Майкада Амкарус Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужо канака будату Санкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбару вижабару джугадхарма пало Банде ягат прия кару, каруна бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Намами Ганге Тавападу Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупенна Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир жасвача вакшаси Ясасте хидай самбид Там Нисингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама
bhayam pramattasya vanesya pishat yataha sa aste sahasat patnya jitendriyasya atmaratir buddhasya sangsara bandhan kingnu karati avadyam. Bhayam pramattasya vanesya pishat bhayam pramattasya vanesya pishat yataha sa aste sahasat patnya jitendriyasya atmaratir buddhasya sangsara bandhan kingnu karati avadyam. Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, когда кто-то кричит, не беспокойте меня, я хочу спокойно жить, оставьте меня в покое. Говорит о том, что у такого человека скрытая кама. С внешней точки зрения ее не видно, но она точно у них есть. Кама — желание наслаждаться. В противном случае, почему бы они говорили подобное? Я просто хочу жить, не беспокойте меня, хочу жить спокойно. В этих строках говорится, что какие бы трудности ни возникли в моей жизни, я приму их с благодарностью. Какие бы трудности в моем служении ни возникли, я приму их с благодарностью. Поскольку все они приходят в соответствии с моей предыдущей деятельностью, за мои грехи, поэтому я и страдаю. То есть, когда я исполняю служение вайшнавам, приходят трудности, я должен с благодарностью их принимать. А если я хочу как-то обезопасить себя, хочу спокойствия, хочу, чтобы было все так, как мне нравится. Определенно, я не преданный, я не являюсь преданным, потому что у преданного не может быть подобных настроений. Преданный — это тот, кто посвятил себя абсолютно, полностью. Порой мы думаем, что если нам удалиться в лес, мы будем счастливы. Там никто меня не будет беспокоить. Тем не менее, для обусловленной души это, такой уход представляет гораздо большую опасность. То есть мы можем думать, что в лес пойдем, будем там совершать баджан, но это не так, потому что в лес обусловленная душа понесет с собой свой обусловленный ум, свои пороки, анартхи. Ведь в человеке полно анартх, полно недостатков, пороков. И куда бы я ни пошел, я все это понесу с собой, грязные впечатления. Я могу день и ночь пытаться повторять харинам, но ум не сможет прикоснуться к трансцендентному миру. Он будет блуждать в материальном мире, по материальному миру, думать о материальных вещах. Несмотря на то, что вы можете находиться в уединенном месте, вы будете в лесу, тем не менее ваш ум будет путешествовать по материальному миру. Поэтому мы не можем совершать уединенный баджан. По милости Гуру Вайшнавов, когда мы достигнем трансцендентного уровня,
мы сможем, то есть когда мы достигнем определенного уровня, мы сможем памятовать о лилах Господа, и ум не будет отвлекаться на материальные темы. Признаком чистого преданного является то, что они не претерпевают никаких беспокойств, то есть имеется в виду, что на них ничто не влияет. Никакая проблема не может заставить их беспокоиться, переживать, поскольку их ум покоится у лотосных стоп Гауранги. Также они не испытывают недовольства, неудовлетворенности, переживания. Не свойственны им. Если я отправлюсь в уединение, в лес, за мной пойдут шесть диких животных. Кама, Модха, Кама, желание наслаждения, желание освобождения и так далее. Все они пойдут за мной и не дадут мне там спокойно жить. Благодаря могуществу киртана, когда я достигну такого уровня, когда смогу осуществлять киртан, который не осквернен материей, когда ничто материальное, никакие материальные концепции его не осквернят, то есть такой киртан поможет мне памятовать о дхамме, намме, о преданных. То есть различные лилы будут просыпаться в уме, когда я буду воспевать харинам. Это можно, то есть можно искусственным образом пытаться практиковать аштакалия лилу. Есть некоторые, которые представляются преданными, наносят тилок, ходят с четками, доказывают, что они любят своего Гурудева, тем не менее они никогда не любили вайшнавов. То есть имеется в виду, если они выражают почтение лишь своему гуру, но не почитают других вайшнавов, их нельзя, то есть их любовь нельзя считать подлинной, потому что если я люблю своего гуру Махараджа, определенно у меня есть любовь и к Шрила Бхакти Ракшакшидару Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, это происходит автоматически. Однажды на одной картике я рассказывал Харикатху в Панджабе, в разных местах. Я рассказывал Харикатху, и я рассказал там кое-что, кое-какую сиддханту, которая произвела эволюцию в их сердцах, потому что они прежде подобного никогда не слышали. Я сказал, что обусловленные души не могут воспевать Яма-киртан. Они разгневались. Они сказали, наш Гурудев говорил нам это делать. А я сказал, нет, обусловленной душе запрещено петь Яма-киртан. Они сказали, но наш Гурудев и Парам Гурудев это делали. Да, они это делали, но они делали это, потому что по своей беспричинной милости они хотели изменить ваши сердца. Когда они пели Яма-киртан, когда представители нашей Гуру Варги это делали, я вчера рассказывал, что такое садхана бхакти для вас. Помните? Для них это садхья. То есть они представляют нам садхана киртан, аштакали с Яма Киртан, как садхана бхакти.
Но с одним, то есть чистые преданные обладают силой, такой силой, что если они сядут перед вами и попросят вас спеть Ямакиртан, они дают вам при этом еще силу, возможности делать это. То есть, когда гуру дает наставление что-то делать, он дает еще силу исполнить это наставление. То есть суть в том, что вы поете Ямакиртан, но вы не осознаете то, о чем вы поете. Сказал я им. Есть один киртан, который, когда пел Махапрабху, он рыдал, раздирающий сердце киртан. А они пели этот киртан, преданные пели этот киртан на такой веселый мотив с настроением танцевальным, то есть с таким радостным. Но это очень-очень грустный киртан. Махапрабху почти умирал, когда слышал его, умирал от разлуки. Они весело его пели. Так забавно это было видеть. Они не понимали язык, на котором написан этот киртан. То есть на бенгале было написано, а они пели где-то в Панджабе. Но, конечно, то есть в таком... То есть они не понимают, и это похоже, как будто бы попугаи, когда повторяют, они не понимают, что говорят, просто у них есть функция говорить. А в Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, to speak all about secret Vaishnava Siddhanta, I mean Leela, everything. If they are not going to understand, like a lamb, you know, bhera, has some fur here, lamb, you know, like goat, you know, there lamb, in hilly place, there are bhera, we speak in Bengali. They cannot understand. So Kishore Kumar Goswami is saying, I cannot control myself. Кришнадас говорит, я не могу остановиться говорить удивительную сиддханту. То есть я хочу излагать ее, я хочу говорить о ней, но я боюсь, что материалисты ее не поймут. То есть имеется в виду, что материалисты будут критиковать то, что я пишу. Поэтому будет лучше для нас, если они совсем не поймут то, о чем я пишу. Если не поймут, они будут безразличны. И я поэтому говорю, что, может быть, не так страшно, что они не понимают, о чем поется. То есть не их язык, они не понимают и просто поют. Когда я сказал им о том, что Ямакиртан запрещен к исполнению, для обусловленных душ, они очень разгневались. Когда я сказал им об этом, один профессор, какой-то выдающийся профессор, которому я рассказал Харикатху, когда услышал сиддханту, которую я рассказал ему, был поражен, сказал, что я в жизни никогда подобного не слышал. Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж говорил, что если вы будете слушать Харикатху, со временем вы разобьете чистоту и станете способными совершать Рагануга Баджан, и только тогда вы сможете совершать Ямакиртан. То есть если кто-то совершает Ямакиртан под руководством Мадхава Госвами Махараджа, кама не коснется их. Но когда просто вот делают и не понимают язык, о чем они поют, конкретно что они поют, возможно, это не так страшно. То есть
Итак, Брахма, вчера мы остановились на том, как Брахма своему внуку Прияврате дает наставление. Он говорит, если ты даже отправишься в лес, чтобы совершать уединенный баджан, с тобой пойдут твои шесть врагов — Кама, Кротха, Лобха. Но если ты станешь джитендрией, если ты сумеешь взять контроль над своими органами чувств, ты сможешь спокойно жить и в обществе. То есть, если я стану джитендрией, смогу контролировать свой ум, свои органы чувств, и буду жить среди людей, не будет никаких проблем. Ведь я могу контролировать себя, поэтому никто меня не побеспокоит. Посмотри, сын мой, говорит Брахма, Бхагаван поручил мне служение, поручил мне возглавлять это творение и присматривать за ним, управлять им. Твой отец, уже стал пожилым, теперь в твоей ответственности возглавлять этот мир. Но ты собрался в лес. Я Ману Махарадж, твой отец, все мы исполняем наставление, исполняли наставление Верховного Господа. И никто не может пренебречь наставлением Господа. Так почему же ты хочешь сделать это? Почему ты не хочешь исполнить обязанности, возложенные на нас Господом? Same thing in Bhagavatam, we know. Bhayam dityo vinivesha tahasat ishat apetasya viparje asati tanmayaya ato buddha avayatvam bhaktekya esham gurudevatatma. Same thing in the 11th canto, Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. Седьмой песня Шримад Бхагаватам, Бхагаван Шри Кришна говорит о Удаве, что страх всегда вызван двойственной концепцией. Существует лишь одна татва. Лишь одна истина. Тем не менее, она проявляется в огромном множестве. Если вы сможете увидеть Бхагавана, в лучшем, в самом вашем страшном враге, этот враг ничего вам не сможет сделать. Я вам это гарантирую. Если вы увидите проявление Бхагавана внутри вашего врага или внутри тигра, в тигре увидите Бхагавана или в змее, они ничего не сделают вам. Это практически опыт мой. Но это надо по-настоящему его увидеть, не так, как спектакль какой-то, а по-настоящему почувствовать там Бхагавана. Тогда никакие проблемы вам не страшны. Your bank money is a separate tattva for you. You are busy to give protection. Когда вы думаете, что есть что-то, что отлично от Господа, что вам нужно зарабатывать деньги, нужно
любить, нужно заботиться о своих детях, любить свою жену, заботиться о имуществе, тогда все ответственность за это ложится на ваши плечи, на вашу голову. То есть, когда часть вашего ума уходит в одни переживания, часть ума в другие переживания, что нужно защищать себя, нужно защищать свою семью, нужно застраховать себя, застраховать свою жизнь, здоровье. Все застраховать. И это говорит о том, что вы берете ответственность за свою жизнь на себя и за своего ложного эго. Именно за него вся ответственность ложится на вашу голову. И Бхагаван говорит, хорошо, если хочешь, бери. Кто я такой? Раз ты на меня не полагаешься, бери всю ответственность на себя, зависит только от себя. Что я могу поделать? Но когда чистый преданный принимает прибежище Бхагавана, вся ответственность за этого преданного ложится на Бхагавана. Это самое основополагающее понятие, то есть самое простое. Итак, разные страхи могут прийти к нам, то есть мы можем много чего бояться, потому что мы живем в двойственной концепции. Дити обвинивеш. If you going to put this way, then it'll cut, can go north, not south. If you turn the direction, again, tuck, can go north and south. It's called scatter, jerking. So this way, all our mind, we are unable to concentrate on this. Наша проблема в том, что мы не можем сконцентрировать свой ум на Пракрита Гьяна Татве, то есть на трансцендентном Господе. Я много раз говорил в общественных собраниях, что пока я не установлюсь утвержусь в Адвайта Гьяна Татве, я не имею права проповедовать, потому что если я буду делать это, я буду смотреть вокруг, я буду видеть вокруг себя прекрасных девушек, красивых мужчин, роскошные здания, и все это будет привлекать меня. То есть двойственный даршан будет постоянно в моих глазах, и двойственное видение. Если то есть мы должны... То есть мы должны видеть все через Кришну. Через единый даршан должен быть у нас. То есть через Кришну мы видим все. Это вот... То есть вы видите вокруг себя разнообразие, великое множество материи, но вы в голове должны осознавать, что в действительности все это Кришна. То есть единство в многообразии, многообразие в единстве. Ведь вы знаете, что существует лишь одна татва. Во всей Вселенной. Кто вы? Кто я? Кто вы? Кто ты? Одна единственная татва. Одна единственная истина.
Возможно, 7-8 лет назад, если вы помните, я рассказывал о том, как Чатуршан задал вопрос Брахме. Как читта входит в материю, а почему материя не может войти в чит? Брахма был занят. И он обратился к Бхагавану, а Бхагаван, чтобы помочь ему, явился в форме лебедя в пруду. Он предстал перед Чатуршаном, когда тот еще был совсем маленьким. То есть он выглядел как мальчик 4-5-летний, но на самом деле он был очень уже стар. Итак, лебедь подплыл к ним, и тогда Чатуршан увидел, что лебедь еще хочет что-то сказать. Он спросил, кто ты, что ты хочешь сказать? Лебедь ответил: ты татва-гьяни, ты мудрейший в этом мире. Почему ты задаешь такой вопрос? Кто ты? А ты кто? Если я тебя спрошу, кто ты? Что ты ответишь? Кто ты, Чатуршан? То есть это глупый вопрос, потому что во всей Вселенной есть лишь одна единая татва. Почему чистый преданный любит всех и каждого? Потому что он видит Бхагавана, присутствие Бхагавана в каждом. То есть его видение, едино, то есть он видит одну татву, поэтому он и любит всех, потому что в каждом видит проявление Бхагавана. Поэтому у него нет ни зависти, ни соперничества, ни с кем он не ругается, не ссорится. Но обусловленные души постоянно заняты этим. Но если разобраться, с кем нам соревноваться, с кем нам соперничать, ведь татва едина. То есть Бхагаван ответил Чатуршану: я думаю, это бесполезный вопрос, потому что существует лишь одна татва. А если ты думаешь, что есть еще какие-то татвы, еще какие-то истины, то ты ошибаешься. И за всю свою жизнь я 3-4 раза в больших собраниях говорил подобное в присутствии больших ачарьев. Я говорил, что до тех пор, пока вы не установились в Адвайе Гьяна Татве, пока я не установился в Адвайе Гьяна Татве, я не имею права проповедовать. Лишь подлинные преданные таким образом, лишь истинно преданные могут проповедовать. Потому что в противном случае поедет кто-нибудь на проповедь, например, в Америку, там какой-нибудь роман у него случится, и он падет. Я сейчас не рассказываю какие-то сказки. Такое постоянно происходит. Потому что обусловленные души, они едут и занимают, играют роли проповедников. Я хочу рассказать в связи с этим один пример. Однажды Ваман Госвами Махарадж отправился на проповедь в Бенгалии.
и еще какие-то брахмачари поехали с ним. Они добрались до места. Бхавана Госвами Махарадж вымыл руки, ноги и сел повторять харинам или аник. Один брахмачарья, отправился в дом местных жителей позвать какую-то матаджи, какую-то женщину. То есть, когда Вамана Госвами Махарадж услышал, как он зовет ее, он понял, что в его сердце какой-то материальный мотив. Когда То есть для мужчин правильно смотреть на женщин как на дочерей и на матерей. Никаких других не должно быть взаимоотношений. Полностью запрещено какие-то материальные взаимоотношения выстраивать с противоположным полом. И Вамана Госвами Махарадж позвал в свою комнату этого брахмачари и сказал: «Собирай чемодан, убирайся отсюда». Почему? Почему? Я сказал: «Убирай, собирай чемодан и убирайся. Отправляйся в храм. У тебя нет права находиться там, где мы проповедуем». То есть тебе нет права быть с проповедниками, самому проповедовать. Но сейчас всюду происходит подобное. То есть имеется в виду, что он что-то хотел от этой женщины. То есть во время проповеди всегда могут завязываться какие-то отношения, потому что во время проповеди нужно коммуникатировать с людьми. И это опасно. Итак, проповедь крайне сложна. И до тех пор, пока я полностью не установлюсь в Адвай Гьяна Татве, у меня нет права проповедовать. И даже если я поеду на проповедь, на 80%, например, я как бы установился в ней, но я в процессе своей проповеди должен идти четко по стопам чистого преданного. Благодаря его влиянию я буду под защитой. Но если я выбираю личную свободу и независимость, тогда возникнут проблемы. Также я вчера рассказывал о том, как Брахмаджи давал наставление своему сыну Нараджи Махараджу. Он сказал, что проповедовать надо должным образом, чтобы люди развили бхакти лотосным стопам Бхагаванам. То есть, посмотрите, это наставление дает сам Брахма. Иди и старайся распространять знания о Бхагаване.
среди людей. Джива при помощи этой проповеди сможет развить преданность тому, кто является сердцем творения. Проповедовать надо в таком настроении, чтобы те, кто слушает тебя, развили преданность Господа. А посмотрите, в каком настроении проповедуют нынешние проповедники. То есть проповедь должна осуществляться именно в таком настроении. Без такого настроения проповедь будет не проповедью, а обманом. И она бесполезна. Uddhavji Maharaj speaking, well, if you would like to make me a preacher, acharya, shradhima, итак, Удхаваджи Махарадж говорит Кришне, если ты хочешь сделать меня проповедником, обучи меня. Также мы вчера говорили о том, как Арджуна говорит Кришне, я предаюсь, ты меня обучи. Но это было первоначальное предание. И лишь после того, как почти вся Гита была рассказана, уже в 18 главе Арджуна предается по-настоящему. То есть он вначале говорил просто «свадимата прападента». Но после того, как Кришна рассказал ему столько истин, Арджуна сказал, «Я постараюсь исполнить твое наставление». И как я говорил, это и есть признак подлинного ученика. Ученик не значит просто готовить для гуру, мыть комнату гуру. Да, возможно, это осуществление служения, но кто знает, что в его сердце. С каким настроением он это делает? Ведь кто-то годами исполняет служение, а потом просто отказывается от всякой духовной практики и погружается в материю. То есть долго-долго служил, а потом занимается какими-то порочными вещами. This can also happen. So who is going to do Guru Seva with what move? That is the special thing. That is the main thing. То есть, что важно, в каком настроении мы осуществляем служение. Один человек долго-долго служил, а потом мы увидели, что он хочет стать ачарьей, именно поэтому он служил своему гуру. То есть мы сейчас видим, что все с какими-то мотивами совершают служение.
рассказывают харикатху все для денег, для славы, почета, не для того, чтобы Бхагавана удовлетворить. Если я рассказываю харикатху для удовлетворения Бхагавана, для, чтобы порадовать Бхагавана, весь мир может на меня напасть. Потому что то есть сейчас, говорит, истинно опасно. Итак, настроение — самый главный фактор при выполнении служения. Для чего мы осуществляем служение? Служение гуру Куреша было на 100% чистым. Гуру Сева Парамбаджапад Кешава Госвами Махараджа также было чистым. Итак, когда можно обманывать людей, якобы совершая служение и выражая почтение своему гуру, но меня вот такие люди не обманут. И поэтому вот гневаются многие. То есть самое главное, в каком настроении мы совершаем гуру севу. Но что не менее важно, когда гуру дает мне наставление и иди и совершай такое определенное служение. Мы должны следовать его наставлениям, и это в действительности крайне сложно. Крайне сложно исполнять наставления гуру. То есть мы испытываем, как бы мы колеблемся. Гуру дает мне наставление, имеется в виду, что гуру дает мне наставление какое-то, что-то делать, какое-то служение, а мы колеблемся. То есть нам кажется, представляется это чем-то страшным, имеется в виду чем-то сложным, слишком сложным. Но если мой ум покоится у лотосных стоп гуру, никто меня не остановит в служении. Даже если кто-то захочет причинить мне какой-то вред, какое-то зло, это, они этого сделать не смогут. Если меня защищает гуру, кто что может сделать мне? When Arjuna is speaking himself, whatever you are going to speak, then I can carry on. That is the symptom. Итак, когда Арджуна в 18 главе говорит, что я буду следовать тому, что ты сказал, что я буду стараться следовать, что ты сказал, это и есть признак ученика. А не просто слова, что я предаюсь и так далее. Таттву аньяса нигадитам бхавата ядахам самсадхиями бхагаван анусадхиттвам. If at all like to give me this kind of order, then you please you teach me properly, train me properly. So, Bhagavan speaking, that okay, да, просит Бхагавана обучить его, если ты хочешь, чтобы я стал проповедником, если ты хочешь оставить меня здесь как своего представителя, тогда обучи меня. И Кришна начинает говорить.
In this material world, Loko-tattva Vishakhan, those are very, very tattvavid. They can see past, present and future. Те, кто постигли татву, могут видеть настоящее, прошлое и будущее. Гуру в действительности равен Бхагавану. Сказать, что он почти равен, будет неправильно, потому что он абсолютно равен. Таттвавид — это тот, кто осознал татву, то есть это самоосновшая себя душа, и именно поэтому он может видеть настоящее, прошлое и будущее. В соответствии с этим видением он поступает. Он не как слепой, как обусловленные души. Они в действительности бегают по этому миру, как слепые, обусловленные души. Они не могут видеть, что будет, если они поступают так или иначе. Каков будет результат моей деятельности? Потому что они слепые. Но таттвавид видит все. Такой таттвавид сконцентрирован внутри себя, в сердце, в своем сердце. Благодаря атме в сердце. Атма гьяна мой, чин мой, она полна знания, она пракаш мой, то есть она безгранична. И атма также указывает свет, куда нам нужно идти, руководит нами. Тем не менее, наша атма в настоящий момент покрыта грязью, которая не позволяет нам услышать ее. Какие бы проблемы ни возникали у такого самоосознавшего себя личности, он концентрируется, и атма указывает ему правильный путь. То есть какие бы трудности ни возникали, они не претерпевают никаких беспокойств. И Бхагавад-гита делает вывод из того, что я сейчас говорил. Бхагаван говорит, постарайся освободить себя. Постарайся освободить сам себя. Нам непонятны эти слова. Но следующий пример поможет вам понять. Если вы сконцентрируетесь на атме, атма, если вы можете это сделать, если вы самоосновшая себя душа, атма не сможет вести вас в заблуждение. Она даст лишь правильный, верный ответ. Даже у англичан есть такая пословица, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Они, возможно, не понимают всей глубины этих слов. Тем не менее, даже в обычных массах это известная истина. Those were
То есть о чем здесь идет речь? Тот, кто сидит и сложа руки, как статуя, ничего не делает. Посмотрите, вы выйдете на дорогу, кто в карты играет, кто пан жует, кто что делает, всякой ерундой. То есть все весь день они играют в карты. Я думаю, это же надо, сколько у них терпения. Если бы они столько терпения к Бхагавану применили, то они бы его быстро достигли. Они чай пьют, курят целыми днями. You have your power because I am sitting inside you. I am already sitting inside you. So if you concentrate, you can find a tremendous power inside you. Бхагаван находится в вас. Если вы сконцентрируетесь, вы обнаружите в себе невероятное могущество. Но вы думаете, что вы слабы, что вы бедны, то есть вы, потому что вы сейчас не ощущаете Бхагавана внутри себя, не ощущаете параматму. Any kind of ashubho, amangal going to come. You concentrate and you can find solution inside yourself. То есть если в жизни самосознавшей себя личности происходит что-то негативное, для ответа на сложившуюся ситуацию, для разрешения сложившейся ситуации, они углубляются в себя и находят ответ там. Bhagavan speaking inside a beast also. Bhagavan speaking to Uddhava. Бхагаван говорит Удаве, что даже в животных и птицах присутствует Бхагаван. Нет такого места в этом мире, где его нет. Глупый вопрос, где Бхагаван? Вопрос, где Бхагавана нет, помни, то есть, потому что Бхагаван повсюду. So, inside one beast and birds, their atma. Атмы повсюду, в птицах, в животных. Хотя птицы и животные не спрашивают вопросов у гуру, что им делать. Они движимы своими природными инстинктами. То есть они естественным образом заводят потомство, едят, спят. Просто следуют своим природным инстинктам. Они не задают вопросов гуру, не думают, что в этом есть какая-то необходимость. Но человек постоянно думает, что ему необходим гуру. Конечно, тут речь не идет о неразвитых людях, которые только выглядят как люди. Я сейчас не говорю от себя, это слова Бхагавана, что есть люди, которые страшнее, чем животные. Несмотря на то, что у них две руки, две ноги и два уха, Бхагаван говорит, что они лишь, их облик лишь подобен животным. На самом деле они страшнее, чем звери. Потому что животное, у животного есть пределы его делам.
Но человек не может остановиться вовремя, то есть он может разрушить весь мир. Животное опасно до определенной степени, но человек — до бесконечности. То есть даже в зверях присутствует как параматма, так и дживатма. Они как закадычные друзья с незапамятных времен всегда находятся вместе. Параматма с нами с незапамятных времен, она всегда находится в нашем сердце, как сверхдуша. Итак, люди, которые подобны животным, не думают, что им нужен гуру. Лишь атма понимает, что хорошо, что плохо. Параматма, конечно же, знает, что хорошо, что плохо. Я тоже смогу осознать лишь тогда, когда я смогу услышать свою атму, когда влияние майя будет уничтожено. Гуру и вайшнавы находят, то есть слушают атма-гьяну, то есть ими руководит атма-гьяна. Поэтому они не совершают ошибок. Directly what they are watching, what they are watching, most of the people, not those who are beast and birds, okay, if they watch what they can see with their eyes, what they can smell with their nose, they depend upon their sense organ. Followers. Когда животное что-то видит, like beast, they depend upon то есть они они полагаются на свои органы чувств. И также большинство людей зависят от своего практического опыта. Имеется в виду, что они доверяют тому, что они непосредственно видели, чувствовали. Именно поэтому они лишены. Лишены истины. Но чистый саду не опирается на свои органы чувств в познании истины. Он полагается на Бхагавана. Полагается на Бхагавана, который находится в сердце. То есть сам Бхагаван говорит, что проблема в том, что большинство живых существ полагаются на свой непосредственный опыт и живут в соответствии с ним. Они верят тому, что они видели, что они слышали своими материальными возможностями, своими материальными органами познания. Тем не менее, они не думают, что есть какая-то необходимость в том, чтобы принять гуру и следовать ему, положиться на него. Бхагаван говорит Удаве. Я хочу рассказать тебе один случай. Благодаря которому ты сможешь извлечь много уроков.
предали себя. Жил-был один Авадхут. Авадхут — это тот, кто сконцентрировался на лотосных стопах Парабрамы и совершенно не интересуется материальными вещами. Ему не важно, что он ест, где он, когда он поспит. То есть никто, на самом деле, из окружающих не понимает его действий, как в случае с Нитьянандой. Никто его также не понимал, как логики, не понимал его поведения. Точно так же Шанкар Бхагаван является Авадхутой. Как правило, обычные люди не понимают их. То есть я же уже объяснил, что большинство людей полагается на свой, на свою логику, на свой опыт. То есть большинство людей полагается на два фактора. То, что они видели, на то, что они сами слышали. А второе — это предположение, что вот наверняка это вот так-то. Но Авадхута понять невозможно таким образом. То есть он делает, казалось бы, странные вещи. Он может появиться голым в обществе, может не откликаться, когда его зовут, и делать и другие странные вещи. Как Нитьянанда Прабху в Шивасангане, он как маленький, стал пить, захотел попить молока о Малинима. То есть это действительно выглядит странно. Ведь Малинима была старая женщина. Но Нитьянанда спал на ее коленях и пил ее грудное молоко. И чудом молоко действительно шло. Никто этого понять не мог. Ну, то есть никто, все были поражены. То есть они, как мать и сын, Нитьянанда ничего не ел, отказывался есть, а Малини его кормила руками собственными. А если почитать, то можно как бы неправильно понять это. Почему? Потому что у нас в сердце грязь, и мы это неправильно интерпретируем. И из-за этого мы можем пойти в ад. То есть абсолютный Авадхут был Нитьянанда. Авадхут за пределами правил и предписаний. Они не считаются с правилами этой Вселенной. У них нет никаких границ. Итак, я начал рассказывать о истории одного Авадхута. Udaharantim imam itihasam puratanam avadutasya sangvadam yador amita teyasya. Now I can speak out you about the topics of Jadu Maharaj and one Avadhut. Эта история также связана с Яду Махараджем. Между ними состоялась беседа. Атрапи удахарантим
Vasya Sambadam Jadoramitate Yasya Abadhutam Dijam Kaschit Charantam Akutu Bhayam Kobim Niriksho Tarunam Yadaha Prapacha Dharmavid. About Jadu Maharaj, in Bhagavatam it is written. В Бхагаватам сказано Яда Махараджа. About Jadu Maharaj, in Bhagavatam it is written Dharmavittama. He is the topmost of the, you know, Dharmavid. Those who are having knowledge about Dharma. Тот, кто обладает знанием о дхарме, является дармовид, называется дармовид. Но мы знаем, что Яду Махарадж пренебрег наставлениями своего отца Джаджати. А Бхагаван Шри Кришна, тем не менее, выражал огромное почтение Яду Махараджу. Несмотря на то, что он это сделал. Почему? Потому что он родился в Яду, династии Яду. На самом деле, там долгая история, возможно, завтра я об этом расскажу. Но так или иначе, Яду Махарадж хотел служить Кришне. И он совершенно не интересовался наставлениями своего отца, потому что отец был материалистом. Поэтому он и пренебрег ими. Отец хотел наслаждаться, поэтому он хотел, я думаю, хорошо, хотел просто следовать по пути бхакти. Он хотел совершать баджан Бхагавана. И он знал, что если я буду выполнять наставления отца, я лишусь бхакти и не смогу совершать преданное служение. Так же, как в случае с Питама Бишмой, когда дочь Кашираджа, когда захотели женить эту девушку на Питама Бишме и сказали об этом. Питама Бишма сказал: «Как я могу жениться? Я же брамачари». «Нет, нет, давай женись». В конце концов, пожаловались его гуру Парашураме. «Пожалуйста, скажи своему ученику, чтобы вот две мои дочери, они ни за кого больше не пойдут, только за него». И Парашурам сказал: «Давай, женись на двух этих девушках». «Я не могу жениться», — сказал он. «Я от рождения брамачари». «Нет, женись». И он в шоке. «Я же дал обет брамачари, а ты говоришь жениться». В конце концов, Питама Бишма был очень разозлен, очень сильно разозлился. Сказал: «Как это ты, мой духовный учитель, даешь мне такие наставления, что я должен жениться?» И он отказался от гуру, отрекся от гуру. Сказал, что такого гуру надо отвергнуть, который дает нечестивые наставления. «Ты же знаешь, что я уже дал обет брамачарии, почему ты давишь на меня?» И тогда Питама Бишма заключает, что если гуру не знает о самых элементарных вещей, что делать, что надо делать, а чего не стоит, как я могу, чему я могу научиться у такого гуру? То есть в таких случаях гуру надо оставить. То есть гуру был Питама Парашурама, а ученик Питама Бишма. Итак, постарайтесь переварить все, что вы услышали, и усвоить.